Здравствуйте, друзья! Мы с вами в Санта-Крус. Смотрим на Тихий океан. Он таки реально тихий в данный момент. И ничем-то вас тут не удивишь. Все вы это видели. Вот. Красоту такую. И вообще, и кустики видели, и цветочки, и закат. Но сегодня тут какое-то действие происходит. Сейчас мы туда посмотрим, в ту сторону. Вон какое-то действие по запуску мыльных пузырей. Сейчас мы туда поближе подойдем, посмотрим, как это все происходит. Ну-ка вот так. Я могу, конечно, навести камеру, но мы подойдем поближе. Ну что, друзья, наблюдаем. Это такое шаманское действие. Оп, 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 оп. О, хорошо. Оп. Ну, да, как-то, говорится, хорошего понемножку. Женщина это колдунья такая. О, вау. Да. Ты смотри, смотри, смотри. Да, вау. Да, Виктор. В Бангалоре такого не было? В Бангалоре ничего похожего не было. Но в Бангалоре была интересная однажды вещь. Так. Я пошел, у них называется Ганеша фестивал. Ганеша? Ганеш. Баба Ганеш. Ганеш. Ганеш, ну. Такое блюдо, так. Вау, слушай. Вау. Так, смотри, народу сколько, смотри. Вот. И они там друг друга посыпают краской. Так. И они там очень все это кричат, изображают историю, как Ганеш там свою голову потерял, потом ее нашел там. Боже, это... бедные дети, на них история. Это мыло сыпется. Да. Это классно получается. Да, вот. Да, хорошо. И вот иду я по улице ночью, но они так на меня смотрят немножко с удивлением. И вдруг такой резкий удар. Я думал, что это выстрелили. Так, а что оказалось? А оказалось, что это есть у них там какое-то племя, или даже не племя, а типа... Так. Или какая-то секта, более правильно сказать. Вау! Ох. Да, слушай, тут было не слабо. И у них есть хлысты. Так, они секут себя хлыстами. Они секут. Ну вот, который я видел, он как бы не себя сёк, а он просто такой резкий удар, он раздается, и как выстрел, и очень громкий. Так понял. Это... Напугал он меня сильно, надо сказать. Не в том смысле, что я думал, что что-то плохое, а просто рядом с тобой когда тут... Ну да, да. Такой громкий звук, это как-то странно. Мне объяснили, что вот они таким безобразием занимаются. Ой-ой-ой-ой-ой! Да, надо сказать, что у меня такое опасение, что плохо снимется, потому что он светлый, знаешь? Вот этот пузырь, он сам, он... Ой-ой-ой-ой-ой! Вау, смотри, смотри, смотри! Ой-ой-ой! Да! Да, ты смотри. Видишь? Да. Понимаешь, но если ветер будет, например, слишком сильным, да? То у нее ничего не получится, у нее просто все это дело. А. Вау, вау, ты смотришь, да, смотри, да, вау. Да. Оп. Ветер должен быть правильный, правильный, не слишком сильный, не слишком слабый. С другой стороны, тоже вот густота этого мыльца, да, тоже. Ну, наверное, там они умеют слишком разводить жидкий, этот глицерин. Оп, ой-ой-ой-ой-ой, пошел, 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 красавец, пошел. Вау. Так он, небось, у тебя и не помещается? Куда? В кадр. Ну, пытаемся. Мы меняем диспозицию, друзья. Вот оно, страшное дело, вот оно. Главное, чтобы на нас потом не наплевалось, когда будет рассыпаться. Вот тут есть на кого, собственно. Вплотную, кроме нас. Тут. Так, пошли. Ну давай, женщина, давай. Не получилось. Сейчас она еще разок. Она там еще манипулирует, так она подлиннее может, покороче может. Она иногда раскрывает, а потом да, сжимает. Да, 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 да. Вот видишь, она сжимает, чтобы оп. Он улетел. Летит. Тут еще дети пытаются руками его поймать. Так. Вот маленький летит в нашу сторону. Может долететь, потому что маленький. Ой. Давай, 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 прямо в камеру. Вот это смотри, вот смотри. Вижу, вижу, вплотную. Вижу. Get the bucket! Get the bucket! Оп. И на мальчика. Да, это он сам по себе.
мальчик, можно сказать, друзья, сам этого хотел. Они до него не доставали. Оп. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой. Слушай, отсюда даже прикольнее наблюдать, да? Можно попробовать с той стороны встать. Мы еще немножко поменяли дислокацию. Пошли. По логике вещей отсюда должно смотреться лучше, потому что свет идет справа. Ей испортили шоу. Так. Давай, давай, тетка, не огорчайся. О! Ой, 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 ой. Вон там еще пошли. Да, женщина так перекур небольшой сделала. И давай, 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 как так она умеет, умеет. Ой, 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 ой. Вечер, друзья, вечер. А который час, Виктор? Можно сказать? Не слежу. Сказать. А может телефон есть там? И телефона нет. Хорошо, друзья, телефона не нет. Зачем нам телефон? Только пляж. Вот волны шумят. И женщины где-то у нас. А мы можем примерно сообразить. Потерялись. Сейчас время, когда в других местах закат. А в Санта-Крузе это город без заката. Тут нету солнца, воды, ничего. Никогда не закатывается, друзья, в Санта-Крузе. Нужно закатывать туда, куда не надо. А в море нужно ехать или 15 километров на север, или 15 километров на юг. Тогда оно будет закатываться, как ему положено, в море. Вечереет. Автомобили с огнями. Симпатично. У меня такое ощущение, что вот как-то в темноте дома приобретают некоторую какую-то дополнительную привлекательность. Как-то даже манят, можно сказать. Заманивают. Инопланетяне какие-то тут навигацию совершают. Видимо, сколько-то часов отбило. Еще не начали делать. Раз. А-а-а. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. А представляешь, так со счету собьешься? Обидно. Тогда надо выходить на старом способе. Интернет. Сними, как красиво Cornwall. Как это звук. Вот красавец-то. Прекрасно восстановленный. И там табличка у него на стекле, что продается. For sale. Да. Я, честно говоря, не вижу, какую цену они там написали. Тут темно они очень. Они просят 18 500. Что-то недорого. Ну, ты не знаешь, в каком состоянии эта вся штука. Но она же как-то приехала вот сюда. Посмотри. Про приехала я тебе могу рассказать. Они не всегда приезжают своим ходом. Ну да. Посмотри на... Вот это было модно. Что? Над колесом, видишь, такая линия, это как-то отнимается, колесо. Да. Для сравнения, посмотри на любую современную машину, все колеса на виду. Хорошо, а хорошо. Упаковано. Красивая такая ласточка, красивая, правда? Да, а здесь же проводят фестивали. 61-го года. Вы были на Вудис, ты показывал? Вудис будет 24-го. Своим ребятам. Через неделю будет Вудис. Мы еще раз пойдем. Мы неформально ходим на Вудис, вот есть гостиница, где показывают эти самые Вудис. И в эту гостиницу они там всегда пасутся. То есть, когда они круг делают всему городу, это официально. Да. А потом они просто приезжают и уже там пьют пиво. Ну вот на верфи, на пирсе будет. И мы туда заходим через недельку. И смотрим. Да, ну там опять же ты говоришь про официальную версию, а ты так заходишь, с ними можешь пообщаться. Это клубное такое. Клуб, да.
И их, они почему-то именно в одной гостинице. Так, я тебе могу показать, где эта гостиница. Туда как бы вход открытый, там прямо на паркинге. Много, они тебе все расскажут. Где машина, какого года, и вообще почему делали деревянные машины. Они такие реально деревянные? Они деревянные у них. То есть не то, что металл покрашен под дерево? Не-не-не-не-не, они действительно деревянные. У них, ну, мотор, естественно, там у них как положено мотор. Железный. Железный, да, колеса там резиновые, они не все деревянные, но корпус действительно деревянный. Вот так, так, друзья, век живи, век учись.